Всем привет! Расскажу сегодня, как правильно принимать чай Каталина турецкий в банке, которую я делал. Потому что у многих возникает вопрос, в пачке здесь ее просто не распечатывают. Идет такая деревянная ложечка в комплекте, но она очень маленькая, ей не стоит пользоваться, это уже проверено. Поверьте, здесь этого чая настолько много, что не нужно его экономить. Но тем не менее, сейчас расскажу и как раз продемонстрирую и выпью. Значит, берем обычную ложечку чайную, вот показываю. Значит, прям вот можно с горкой даже для полного эффекта. Не стесняясь, накидываем сюда. Заливаем, обязательно заливать нужно горячей водой. Вот только вот чайник кипятнули. И значит только не полный стакан. Сейчас я продемонстрирую, сколько налил. Пол стакана, даже чуть меньше. Вот. Ну, чуть-чуть еще побольше налью. Вот так вот. Потому что если наливать полный стакан, действие его будет, естественно, нужно понимать, слабже. Поэтому полстакана достаточно, не более. Это будет самый эффект. Две с горкой ложечки чайных. Все, этой банки, поверьте мне, вам хватит, чтобы исхудаться и похудеть. Потому что работает он очень, ну, довольно-таки сильно. Еще раз, значит, по цене, если кто не помнит, купить его можно у нас на сайте мужчина-женщина по 2500 рублей. Значит, подписываемся на наш канал, также ставим лайки. Всем спасибо за внимание и всего наилучшего.